BQ Space – космический смартфон по доступной цене. 8-ядерный процессор и 3 гигабайта оперативной памяти, новейшие игры и современные приложения – не проблема. Большая батарея в тончайшем корпусе. BQ Space – просто космос. На ютубе заинтересовать зрителя довольно сложно. На что только не идут блогеры ради этого. Да уж, не у каждого поднимется рука уничтожить месячный доход среднестатистического жителя за одну секунду. Но сегодня мы посмотрим на 10 как раз таких видео. Ютубер Эдвин Саркисян рассказывает и тестирует разные виды оружия. При этом в качестве мишени он использует совсем нестандартные вещи. Например, 15 макбуков в ряд. Некоторые компьютеры просто в щепки разнесло, а где-то плачет один Вилсаком. This was part of this shell inside of it. Если вы не можете позволить себе разнести столько техники Apple, то попробуйте уничтожить 8 камер GoPro, всяко это немного дешевле. Все у того же Эдвина Саркисяна, даже рука не дрогнула при выстреле. Самое интересное, что видео набирают не так уж и много просмотров, но какие деньги он это все покупает? Of course I was super super close, but still, there's the entry right over there in the glass. Канал «Что внутри» известен своим варварским обращением с различными вещами. Samsung S8 еще не успел выйти толком, а уже попал в руки этого убийцы техники. Сначала бедный смартфон вскрыли, а потом еще и распилили. Лучше бы мне отдали. Ребята с канала Heart Test распилили новенький iPhone 7 практически сразу после его появления на рынке. Не уверен, что это правильное использование этого смартфона. Некоторые девушки на такой iPhone несколько ночей зарабатывают, а тут его убили просто за пару минут. Guys, that's really crazy. And I hope you like this crash test. Thanks for watching, and as always, stay tuned for more videos and peace! На канале Хак Смит изобрели реактивный молот Тора и превратили с помощью него в металлолом довольно неплохую, хоть и не новую машину. Да уж, с фантазией у них точно никаких проблем. В далеких 90-х дети развлекались, прикладывая на рельсы монетки, по которым проезжал поезд и плющил их. Эх, было весело. Сейчас же вместо монеток подкладывают различную технику, например, многострадальный Samsung S8. Только его не просто расплющило как монетку, а разнесло просто на винтики. Чуваки с канала TechRex довольно необычным способом уничтожили золотые Apple-овские часы за 10 тысяч долларов. Они просто расплющили их мощными магнитами. Кому вообще в голову такое приходит? Получился только золотой фирменный блинчик. Жуткие изверги. Не так давно было популярно запихивать все подряд в жидкий азот. Бедные российские ютуберы ограничивались тем, что находили в обычных универмагах. А вот американский блогер Full Mac опустил в азот iPhone 6 Plus и потом жестко разбил его. Купить квадрокоптер за 3000 долларов может только человек, способный питаться пару месяцев дошираком. На канале The Syndicate Project парни просто убили такой новенький квадрокоптер об стену, просто потому что могут, а ты не можешь. У вас дома есть огроменная плазма, которую не жалко разбить. А вот у канала What's Inside есть и не абы какая, а целый 4К огромный телевизор. Да, от этого сумасшедшего чувака все что угодно ждать можно. Он даже однажды сына хотел своего распилить. Ставь лайк, если тебе тоже было жалко на все это смотреть. Да, я тебя понимаю.